Чего сразу? EDM. База вернулась. Хорошо. Ну давай, завези базу. А где? Так, я так понимаю, что вот сейчас будет то, что я ждал. Я вообще ждал базу, потому что нам EDM, ну как бы у них фишка, как я понимаю, была в EDM дропах, что было в... Да, везде. Все, что я помню, все, что я смотрел, они были везде. Но, как бы, прошло 2 года, видимо, тренды поменялись, фишки поменялись, и они идут вслед за ими, при этом не изменяя себе в плане звучания. Мне нравится, как она звучит. То есть 2 года прошло, ничего нового у них не выходило. И вот. Наверное, не сказать, что это прям вот хитовое, что-то вот как для камбэка, но как она звучит, мне нравится. Эти вот сзади есть вставочки EDM, такое ненапряжное звучание, такое легкое, на вокал, вот, вокал раскрывается, вот все хорошо. Но я чувствую, что дропчик будет такой жирненький в конце. Он должен быть. Ну и клип. Визуально клип классный. Сейчас визуальные подходы, приемчики, локации, все тут. Вот это вот все дело. Ну, и я пока что максимально доволен. То, что я хотел, в принципе, я пока что получаю сполна. Но я жду базу. Я только вот не могу понять, что мне напоминает припев. Очень много чего это может быть. У меня вот сейчас в голове играет кусочек похожего, и я не могу вспомнить, на что это похоже. Может, я ближе к концу вспомню. Хорош. Ва, давай. Вот этот кусочек очень красиво звучит. Все эти вот приемы с пулями уже мы где-то видели. Не, вот это хорошо, тоже разгоняет. Ну, музыкальные качели есть. Хорошо. Ну давай. Я жду его. Да таки не будет. Вот, казалось бы, так долго ждал, что теперь даже мысли немножечко в голове путаются. Я хочу теперь посмотреть отдельно хореографию, потому что все эти вот движения... Я читал заранее текст, там, ну, к нему есть некоторые вопросики, но это не главное, к чему можно цепляться. Текст там, опять же, мы девчата, мы это вот, мы все, мы везде. И как мне написано, что весь альбом посвящен всем девушкам, потерявшим себя в рамках определенных мира. Вот. И вот эта вот песня, она как бы раздвигает это понятие, влазит и говорит, как надо делать, что, в принципе, надо быть собой, грубо говоря. Хореография прикольная, и все эти вот движения, они, видимо, что-то по тексту обозначают, потому что по тексту там, конечно, вот у меня есть один такой кусочек, где они поют, что сражаем, уничтожаем, сумасшедшие, сексуальные, крутые, сражаем, уничтожаем, рождены нарушать правила. Как будто вот в этом немножечко есть перегиб, маленький такой, в эту вот, короче, повесточку альбома. Ну, неважно, он звучит классно. Возможно, я ждал какого-то дропчика, я его не получил, к сожалению. Но это уже, видимо, мои проблемы, мои ожидания и все остальное. Я в целом доволен. Но я не могу понять, что мне напоминает этот припев. Или Экса, или Монсту. Что-то вот из этой вот серии. Или из Гата вообще. Не вспомнил. Если вы понимаете, о чем я говорю, в комментариях напишите, что за трек. Потому что мне эта вот мысль с ума скоро сведет. Короче, камбэк, наверное, все-таки он удался. Все-таки после 2 лет ожиданий мы получили хоть что-то. Потому что, ну, лично я ждал. Потому что, ну, сколько можно уже было их морозить. Все потом, но потом. Спасибо, что все-таки это сделали. Это мне идет в плейлист. Девчата, классный трек, классный клип, классный. Ну и вокально. Вокально было хорошо. Вот такие маленькие кусочки с вокалом, они прям вот... Они так разбавляют атмосферу в целом, что прям становится хорошо. Так что я доволен максимально.